Здравствуйте, друзья! Сегодня в нашей рубрике смеситель для гигиенического душа компании Chisel. Это итальянская компания, очень интересная и замечательная, которая нам очень нравится. Несмотря на то, что унитазы биде набирают большую популярность, гигиенические души по-прежнему популярны, и в определенных ситуациях они могут оказаться наиболее выигрышным решением. В данном случае мы видим гигиенические души смеситель, выполненные полностью в черном матовом цвете. Это очень трендовый цвет сейчас, и этот цвет подойдет ко многим сериям, выпускаемым компанией Chisel. Ну, в частности, например, к серии Slim или к серии Less New. Сам гигиенический душ выполнен из металла, а шланг из ПВХ. Очень интересно управление этим смесителем. Здесь установлен так называемый прогрессивный картридж. То есть, когда вы начинаете поворачивать ручку, появляется сначала холодная вода, а потом постепенно подмешивается горячая вода. И таким образом вы можете достичь той температуры, которая будет комфортна вам. Выключается, соответственно, просто поворотом в обратную сторону. Ну и, конечно, когда вы уже включили смеситель, нажимаете на кнопочку ручного душа, и идет поток воды. Отпускаете, заканчивается. Что обычно происходило раньше с предыдущими, скажем так, поколениями гигиенических душей? Пользователь отпускал кнопочку, водичка не течет, он ставит на держатель, и при этом шланг продолжает оставаться под давлением. Пользователь уходит на работу, приходит домой, соседи залиты, и много ущерба и неприятностей. Здесь такого просто невозможно, потому что если вы не выключили смеситель, то вы просто не сможете поставить душ на место. Вы же его не бросите вот таким образом. Нет, соответственно, вам придется выключить смеситель, и только в этом положении вы сможете установить душ на держатель. Вот такая вот, как говорят у нас, защита от дурака. Естественно, эта модель может быть выполнена не только в черном цвете, может быть также и в стандартном хроме, ну или в каких-то других цветах. В любом случае, наши консультанты с удовольствием подберут именно тот, который подойдет для вашего интерьера. Спасибо за внимание. Эти предметы продолжают оставаться в ходу, можно сказать и так, потому что они... Давай еще. Вот такой замечательный предмет. Это смеситель для гигиенического душа. Несмотря на то, что унитазы биде набирают большую популярность, предметы